все по миллиметру растирается. Не дай бог зацепить что-то. Просто не дай бог. Вот. Оп, обстригаем. Он молодец, он рычит, но сейчас успокоился, терпит. Вот это все, все. Очень. Хотите помочь? Вот кто хочет помочь, пусть приезжает. Мы же здесь жируем, как они говорят. Ой, да, и нам нечего делать. Мы только деньги гребем на 400 собак. Пусть, смотри, как мальчик бедный. Смотри, ты смотри, что у него творится. У него гнезда вот эти. Вообще жуть просто. Вот, мы сначала срезали большие колтуны. Вон, уже целый пакет накидали. Так? А дальше срезаем все потихонечку. Потому что очень-очень все. У него очень много стружек, которые воткнулись в него. Иголки, колючки, елочные, хвойная, хвоя. Здесь все у него. Мальчишка давно бегает. И вот такие собаки лохматенькие, они очень страдают на улице. Поэтому, если так находят собаку, ее прежде всего надо обстричь. Прям не страшно, что она будет там некрасивая или какая. Вот. Но только стричь очень осторожно. Колтуны у них до самой кожи. И надо каждую потихонечку по миллиметрику. Вот машинка такую шерсть не берет. Здесь надо выстригать только ножницами. Так. Вот так. Все, мальчишка хороший. Ну, естественно, мы его будем стричь несколько заходов, потому что за один раз это нереально. К тому же у него сломан таз, и повернуть на второй бок, я не знаю, как это получится, разве что при обработке. Поэтому выстригим пока где можем, все с этой стороны, а там потом посмотрим. Ну все.